Октябрь, день 25, 7 ноября по новому стилю. Память святого мученика Анастасия. Святой Анастасий добровольно явился к мучителям и смело исповедовал Христа истинным Богом и Творцом всего. Святой Анастасий был валящик сукон. Явившись из Аквилеи, города в Северной Италии, в Салону, приморский город в Далмации, он исповедал Христа, за что и претерпел мученическую кончину в царствовании Диоклетиана. За такую твердость в истинной вере он был усечен мечом, и тело его было брошено в море. Одна благочестивая женщина после долгих усилий постаралась достать святые мощи из моря и, умастив их благовониями и облегши погребальными одеждами, положила их в своей домашней церкви. Эта благочестивая женщина, богатая Матрона Асклепсия, обещала награду тому, кто извлечет святые мощи. Когда святые мощи были найдены африканцами, слуги госпожи принудили отдать их только тем, что хотели донести на них начальникам. Африканцы при этом взяли часть мощей, думают главу, и отправили ее в Африку. Многие исцеления были совершены при гробе святого.